Я грешная и не пытаюсь быть святой. И просто жить хочу, а не казаться. Я женщина, красива женской красотой. Хочу, как все, любить, грустить, смеяться. Pensando em você, pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção. Thank you.
mine, I'll tell you who you can call. You can call. You better call the police, call the coroner, call up your priest, have a warrior. Won't be no peace when I find that fool. Who did I do? Yeah, who did I do? My baby, who did I do? Gotta find that fool. Who did I do? Now I don't take pleasure in a man's pain, but my wrath will come down like a cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go.
Здравствуйте, Вера и Алена. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления о показе. Делись. Что вы чувствуете сейчас? Облегчение. Мы выдохнули. Да, мы выдохнули. Мы очень долго готовились, и вот 20 минут, и все. И все закончилось. Как говорят, 20 минут позора, и ты в дамках. Почему позора? Расскажите, кто были ваши модели? Ну, у меня модели, мы достаточно давно сотрудничаем с некоторыми моделями. Некоторые модели у нас были, было звездного состава, такие как группа «Стрелки», Елена Князева, группа «Краски» и певица «Афродита». А также «Америка». А, да, еще певица Алена Америка. Да, и звезда нашего сегодняшнего показа Алена Алимова. Да нет, на самом деле звезда нашего показа — это Вера Томакош, потому что без нее не было бы этой самой красоты. Да вы обе звезды, я могу сказать. Нет, мы не звезды. Звезды на небе, мы всего лишь пытаемся делать красоту еще лучше. У вас это получается. Скажите, а на какие детали в коллекции следует обратить внимание? Это вопрос к Вере. Конкретно в этой коллекции я бы хотела обратить внимание на то, что теплая одежда, она тоже может быть красивой и удобной. И плюс еще очень хотелось в серую, вот черно-белую зиму внести ярких красок. А что для вас современная стильная женщина? Это женщина, которая понимает свой вкус, не смотрит на моду, а одевается так, как подсказывает ей ее сердце, потому что все очень, на самом деле, индивидуально. А есть ли у вас любимые дизайнеры, на кого бы вы ориентировались? Любимые дизайнеры? Ну, не могу сказать, что прям любимые. Очень нравятся мне, но это зарубежные дизайнеры. Dolce & Gabbana, Armani нравится и, наверное, нравится Chanel. Спасибо большое. Спасибо вам.